Hello, galera. Hola, galera. It's high for all. А. Это переводится как вечер в хату. Я не это понимаю. Я плохо говорю по-русски. Я хорошо перевожу. Что у нас? Ремонт раздевалки? Да. Все для вас. Все, буквально. Надо сказать, что сейчас здесь жестко все изменилось. Вот сейчас ремонт заметен. И все это обещает быть зоной татами. Поделки подышать вышел. Ну, лучше, чем там, если честно. Тут хоть больше объем воздуха сейчас. Зато там какое кардио, как в горах тренируешься. Ну нормально. Ну да. Когда вниз? Вниз, не знаю, скоро, наверное. Скажи, как пользователь Лудуздом? Лучше, когда мужские раздевалки не работают, или симпатичнее, когда женские не функционируют? Лучше, когда одна большая раздевалка на всех, знаешь, чтобы вместе пообщаться, да? Сауна, в общем. Главное, ко мне вместе поговорить. Больше действительно, что скрывать? Что скрывать, конечно. Здесь, да. Может это, Лудус поможет выполнять завет президента по демографической проблеме в России. Будем больше тут общаться, размножаться, жениться. Так же? Ну да, жениться, кстати, не обязательно. Когда общее хобби, ну... Грубо говоря, главное, чтобы любовь сердце. Ну да. Главное, демография. От любви к спорту до любви к женщине. Ос. Из вежливости они меня не бьют, но я понимаю, что я им мешаю, пойду погуляю еще где-нибудь. Наверное, быть в бассейне в одежде неприлично, пойду переоденусь в ближайшую раздевалку. Ближайшая, как известно, женская. Наконец-то я попаду в женскую раздевалку. Нашей юности надежды. Нашей юности надежды. Скажите, а вам, вот лично вам, да, как человеку, больше нравилось, когда не работали мужские раздевалки или женские, когда не работали? Ну, с эстетической когда точки зрения. Когда не работает мужская раздевалка. Да? Угу. Дополнительная возможность показать свое накачанное тело. В конце это концов, ну ради чего? И вот момент настал. Ну, вот все. То есть вот эта штука с раздевалками, запланированная акция, да? Ну вот звезды так сошлись, и кто-то просто чьи-то молитвы будет услышать. Да что-то я качаюсь. Человек накачался, и оп, раздевалки закрылись, там было, yes, и все нормально, я думаю. Look, it works like this. Within the 6 years that I've been in Russia, I built a very good network of private students.
My money doesn't come from my group classes. My money doesn't come from competitions. It's the other way around. Many people think I get money. I put my money in the competitions many times. You organize competitions, you know, they are not profitable. It's impossible and it's not right. Why? Nobody does this in the world. Nobody makes money on the competitions. I mean, from this federation. The federation is it. Okay, especially IBJJF. For IBJJF is a business. For UIDJF, no. It's a development of the sport. But my money comes from the private classes. And in these private students that I have, there are very good guys and are big players in Russia from different companies. I have all the time guys that say, hey, let's open a gym here, let's open a gym there. You understand? All the time in these 6 years. And I had the chance to do it. It was like Ludus Baza was, until I had a problem with the building. But anyway, and my gym in Cyprus is like this. One of my private students said, let's open a gym in Cyprus. I said, okay, let's open a gym in Cyprus. And I have a gym in Cyprus with this private student. So one of my private students, he is the director of a big investment bank, Swiss investment bank. То есть это не только твоя идея? No, no, I have one partner. Он тренирует джиу-джитсу? He's practicing The jiu-jitsu. Main director or one of the main directors is my private student Brazilian jiu-jitsu for many years now. Black belt? No, still white. Still white? White belt. Many years? So, see. То есть человек платит деньги на протяжении how many years? About 2 years. 2 years? Yeah, 2 years. Still white. Два немного. Но в любом случае человек платит бабки и 2 года остается белым поясом. Такси бизнес. And if you see, many people in my place, because he's investing in Ludus, he would be with a black belt. No, I keep him in white. Это твоя бизнес схема? No, because if you look, it would be the opposite. No, I'll give him purple. Oh, good, $2 million, purple brown. Oh, $3 million, okay, brown belt. No, it doesn't work like this. Короче, все поняли расценки, да? Я сейчас не все понял, что он сказал, и потом переводчика спрошу. Но мне казалось, что он мне сейчас что-то продать пытался. Вот такой вопрос. А почему твои индивидуальные студенты, private students, берут уроки у тебя в то время, когда они могут пригласить, я не знаю, Филиппа Пэна, Бушешу, Роджера Грейси. Я думаю, они могут себе это позволить. This is very easy, Lucio, because I don't sell Brazilian Jiu-Jitsu only. Brazilian Jiu-Jitsu is part of my life, but I am more than that. So these guys, they want to have class with me, and because we are friends, the atmosphere is nice, they have fun, they feel ready to go to their work after or when they come to work. They can talk about things that are from their day by day about business to me, like we can talk about business also. They don't see like in me a simple coach or a simple trainer. They see more than that. And jiu-jitsu is part of this. These guys, they have money to bring like Rickson Gracie. But of course, that's not what they want. They don't want only jiu-jitsu. They want to train jiu-jitsu, but with everything else that I understood that they can get with me, like the friendship, like the time we spend together. I usually travel with them, travel with their families. I take my family along. And of course, we have the training, we have the normal progress, we have my program, we have our roles, we have everything like a normal training should be. But it's way more than that. Деда всегда видит человек клиента. Это очень важно. Потому что любой человек для него клиент. И он находит каждому человеку свою мотивацию. Потому что найти человеку мотивацию очень сложно в спорте. В спорте очень просто начать и быстро кончить. Знаете, когда люди начинают, сложно и заканчивают. Но Деда ухитряется найти каждому подход и каждого мотивировать. Будь то это ребенок, или будь то взрослый человек. Кроме прочего, еще одна черта, он болеет за джиу-джитсу. Это человек, который влюбился в Россию, остался в России, и вот всю свою сейчас работу, жизнь кладет на то, чтобы развивать джиу-джитсу в России. Он затащил сюда европейский чемпионат, он затащил много других соревнований, и он этим горит. Потому что люди, только горящие своим делом, могут достигать результатов.